Бег – это медитация, это возможность побыть наедине с собой, поговорить с собой, послушать себя, услышать себя. Это, наверное, один из самых простых и доступных всем способов – бегать. Как я люблю говорить, пока есть у меня завтра, я не проиграл. Когда вы занимаетесь любимым делом, вдохновение рождается изнутри, будет вас питать и двигать вперед. И это будет бесконечный процесс, который позволит вам преодолевать все более и более высокие вершины. Я не всегда использую музыку на тренировках, но когда я беру плеер, я беру его в двух случаях. Первое – это когда тяжелая, быстрая, темповая тренировка, быстрый бег. Тогда я использую плейлисты с какой-то танцевальной музыкой, с таким высоким ритмом, которые дают тебе энергию дополнительную и позволяют тебе бежать быстро и без остановок. И второй момент – когда я бегу особенно в каких-нибудь красивых местах, когда горы, солнце играет на лице, когда открываются шикарные виды. И в этот момент у меня плейлисты, связанные с моим юношеством. И вот когда играют эти песни, с которыми какие-то теплые, приятные воспоминания, тогда тебя охватывает дрожь, появляются мурашки, и от этого красивая картинка становится еще красивее. Эстетика в беге имеет значение, как и в любых других сферах жизни. Когда у тебя все гармонично, красиво, правильные детали, красивая экипировка, это тебя добавляет несколько процентов к мотивации точно. Что касается стереодевайсов, я не так часто их использую, но когда использую, я, конечно, хочу, чтобы это были красивые, эстетичные вещи, и главное, чтобы они обладали качеством. Музыка должна попадать тебе прямо в сердце. Она должна попадать без всяких потерь, без шума. Тогда она по-другому играет, тогда ты сам по-другому отзываешься на нее. Что касается Бен Коллапсон, то здесь хорошее сочетание стиля, эстетики и классного звучания. И в этом плане, ну, каждый раз, когда я их беру в руку, мне уже хочется идти на тренировку. Я вставляю уши, при том, что они специально подбираются под мой размер и держатся крепко и надежно. Спорт – это отчасти музыка, музыка тела. Когда ты бежишь, когда ты занимаешься спортом, твое тело звучит. И если при этом еще играет музыка, то это заиграет сильнее. Что в моей жизни спорт и как он на нее влияет? Ну, здесь я, наверное, отвечу коротко. Жизнь – это и есть спорт, а спорт – это и есть жизнь. И в этом плане это вещи взаимосвязаны. Поэтому занимайтесь спортом и живите ярко.